И еще на тему ЖКХ. Пользователи коммунальных услуг более всего недовольны ценами и работой управляющих компаний. Такие данные представил Общероссийский центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Там подвели итоги работы с обращениями граждан. По данным центра, людей больше всего волнует проблема коммунальных платежей. На втором месте претензии жильцов квартир к качеству работы управляющих компаний. В нашей республике статистика примерно общероссийская. Об этом сообщает газета «Северная Осетия». Люди жалуются на нарушение при начислении платы за оказанные услуги. Еще год назад первое место среди проблем занимало качество жилищно-коммунальных услуг. Всего в прошлом году с жалобами к общественникам обратились около 33 тысяч человек.